Привет всем любителям путешествий! Сегодня мы подводим итоги нашей акции «Отдых за отдых». С географией в добрый путь! И с помощью генератора случайных чисел мы определим 4 наших счастливчиков. Вводим число 1135 и определяем первого победителя. Победитель, заявка номер 514, получает у нас сертификат на сумму $200. Второй победитель, номер 1093, и этот счастливчик тоже получает сертификат на $200. И третий победитель, число 360. Вот мы определили 3 победителя, кто получит сертификат на $200. И сейчас мы разыграем суперприз, это бесплатное проживание в отеле 5 звезд уже этой осенью. Итак, победитель под номером 165. Если ты устал, дружок, попробуй отдохнуть. А сейчас я предоставляю слово руководителю сети «География» Кругловой Юлии. Она озвучит имена победителей. 3 сертификата номиналом $200 уходят Краус Елене, город Новосибирск, Иванов Андрей, город Казань, Заяц Руслан, город Санкт-Петербург. И главный приз – недельное проживание в Турции. Плотников Андрей Геннадьевич, город Новосибирск. А также напоминаю вам, что уже 1 августа пройдет второй этап конкурса «Отдых за отдых». Следите за новостями и путешествуйте с географией.